Более 100 человек пришли, чтобы напрямую задать вопрос мэру и главе Октябрьского района. Проблемы у горожан все те же. Высокие ОДН, бездомные собаки, несанкционированные свалки, детские площадки и плохие дороги. И если часть народных чаяний в силах решить только чиновники, то есть и те задачи, справиться с которыми должны сами жильцы. Те, у кого это уже получилось, охотно делятся опытом. Просто у нас старшие по подъездам, мы собираемся, мы снизили ОДН уже, почувствовали сами уже, потому нужно работать немножко, это не так занимает очень много времени. Дал пошаговую инструкцию, как обустроить детскую площадку, и мэр города. Для этого нужно лишь собрать инициативную группу и обратиться к своему депутату. Депутат вместе с районом обследует это место. Если это место, там не находятся подземные сети, не заражена там земля, значит, это все попадает в наказы избирателей. Я не помню ни одного случая, чтобы после обращения к депутату мы с вами не строили детские площадки. Просил не оставаться равнодушным и представитель полиции и сообщать обо всех правонарушениях. Ну а Владимир Тулонов отчитался о проделанной за год работе. Депутат рассказал буквально о каждом дворе и улице на своем округе. Удалось помочь и двум детским садам. У них были проблемы по выполнению предписаний надзорных органов. Это Госпознадзор и Роспотребнадзор. Эти вопросы также нам удалось в этом году закрыть. Позже мэр и глава района ответили на все поступившие вопросы. Кто-то написал их на специальных бланках, а кто-то спросил лично. Планируется ли в этом году проводиться какие-то работы по украшению символами Нового года? И это пожелание в администрации города обещали выполнить. Также на все поступившие вопросы специалисты дадут письменные ответы. Ирина Ревенская, Жаргал Цырендашиев, Новости дня.